пока еще тепло. Уточки спокойно лазят по снежку. Снег сырой. Вот так вот бегает. Но уже через пару дней начнет примораживать. А к следующим выходным будет тридцатка. Грядут морозы. Сегодня увеличил подстилку. Все поменял, все прибрал. Слой сена увеличил в два раза, потому что морозы обещают за тридцатку, и стоять они будут у нас почти неделю. Вот, думаю, ну на такой перине мои уточки не замерзнут. Пока спокойно все у них проходит. Сейчас еще лютого мороза нет. Бегают по двору, лопают снег. И даже еще продолжаются танцы с бубнами. Но я думаю, что сегодня уже они охладят свой пыл. Всех уточек проверил. Все жирненькие, упитанные. Вес набрали. Поэтому очень надеюсь, что зиму и эти морозы, ну, в целом зиму, мы проживем без потерь. В прошлом году у меня единственная была зима, когда я потерял пару уток, селезня и утку. Вот. Но надеюсь, что это было исключение, так сказать, из правил. Потому что все остальные зимовки все переживали спокойно, нормально. Единственное, что, конечно, у меня в этом году новая порода уток. Тульские. Ну, посмотрим, как тульчанки переживают нашу сибирскую зиму. Перо сухое, чистое. Пуха набрали тоже достаточно. Ну, в общем, с уверенностью смотрим на предстоящие морозы. Еще что-то такая, попытка какая-то позаигрывать. Да холодно уже уймитесь до весны. Вот. Вообще хочется уже весенней охоты высадить на разлив уточку, чтобы она дала осадку по селезню. Но будем переживать зиму.